На канале «Домашний» состоится премьера 4-серийной мелодрамы «Голос ангела», выход которой ожидается 10 июня. В центре сюжета сериала Валентина. Ей за 30, она живет в небольшом поселке, работает врачом в местном медпункте. На ее долю выпало немало трагедий. Ранняя смерть родителей, разрыв с женихом, потеря ребенка и, наконец, ссора с младшей сестрой Оксаной, единственным родным человеком, который у нее остался. Едва окончив школу, Оксана заявила сестре, что выходит замуж. Валентина восприняла эту новость враждебно. Между девушками произошла ссора, после которой оскорбленная и разъяренная Оксана уехала в неизвестном направлении. После многолетних поисков Валентине удается выяснить, в каком городе осела сестра. Но главную героиню ждет очередной удар судьбы. Оказывается, Оксана погибла, попав под машину. Валя никак не может оправиться от этого известия. Она решает во что бы то ни стало выяснить все обстоятельства трагедии. Главные роли в сериале исполнят Настя Задорожная, Алексей Зубков, София Котлярова, Алексей Третенко и другие. Премьера 4-серийной мелодрамы «Голос ангела» состоится 10 июня на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.